Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Разрешите осмотреть оружие? Да, конечно. Давайте посмотрим. Оружие на столе – это травматический пистолет Grand Power. Первым делом сотрудник отдела лицензионно-разрешительной работы смотрит разрешение, заполняет необходимые документы, сверяет номера. Пусть оружие и газовое, его проверка идет не хуже, чем боевого. На стволе, например, есть затертая цифра, поэтому пистолет помещают под микроскоп. Наводит резкость, и теперь весь номер читаемый. Для проверки технического состояния ствола оружия вставляем эндоскоп в ствол. Маленькая камера покажет и ржавчину, и раковинки. Будет виден любой дефект ствола. Здесь сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы ничего подобного не увидели. Все в соответствии. Никаких вопросов и претензий к вам по данному оружию нет. Понедельник и среда в отделении лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии – приемные дни. Самый частый запрос – продление разрешения на оружие. Подавать его нужно за месяц до истечения срока. Не успеешь – ружье могут и конфисковать. В 2021 году сотрудниками подразделения лицензионно-разрешительной работы осуществлено более 7 тысяч проверок условий сохранности оружия у владельцев оружия. Выявлено более 600 правонарушений в сфере оборота оружия. Из оборота изъято более 800 единиц различного огнестрельного оружия. Грубых же нарушений за 2021 год не выявлено. Есть легкие, но часто встречающиеся. Например, нарушение условий хранения. Впрочем, мелкими нарушения можно назвать лишь условно. Право на оружие – это все-таки большая ответственность, поэтому каждый нюанс должен быть учтен и задокументирован, включая даже какой-нибудь скол на прикладе. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».